«Автотор» предлагает приобрести жителям Калининградской области автомобили 2024 года выпуска по специальной цене. Модельный ряд широкий, акция действует только 2 месяца. Подробнее о ней расскажет наш корреспондент. Выбирайте качество, покупайте калининградское. Седаны, кроссоверы, внедорожники, грузовики, электрокары, производимые на заводе в Калининграде, можно приобрести ниже рыночной стоимости со скидкой до 30%. Компания «Автотор» в год своего 30-летия запускает специальную программу для жителей самого западного региона страны. Вся информация будет доступна на сайтах официальных дилеров, как легковых, так и грузовых наших дизельных предприятий, которые представляют наши марки, производимые предприятием «Автотор». И акция будет действовать 2 месяца. За эти 2 месяца мы рассчитываем продать серьезное количество автомобилей, поддержать жителей и бизнес города Калининград, Калининградской области. Руководители предприятия рассказывают, никакого подвоха для покупателя нет. Снижение стоимости достигается за счет использования специальных программ субсидирования, разработанных «Автотор» совместно с ведущими банками и лизинговыми компаниями. По спеццене можно приобрести такие марки, как «Каи», «Баик», «СВМ», «Амберавто», «Амбертрак». Со всеми ними смогли ознакомиться представители бизнеса Янтарного края. Очень разнообразный ассортимент машин, модельный ряд интересный. Вот эта вот машина, которая просто впечатлила, я так понимаю, не только меня, но и многих, потому что здесь даже была очередь на то, чтобы ее посмотреть, изучить. Поэтому очень радует, что «Автотор», несмотря на все проблемы, продолжает развиваться, формировать новый модельный ряд. И я уверен, что эта компания будет жить и развиваться в дальнейшем. Кроме того, Калининградская область может стать регионом с безопасными и экологичными автомобилями. Исполняющий обязанности губернатора сегодня очень активно это поддержал. Мы говорим, давайте мы начинали программу с Алихановым, давайте ее сейчас подкорректируем под новые условия. И давайте быстро начнем ее реализацию. Акция на покупку машины по специальной цене на заводе «Автотор» действует по 1 октября. Степан Самойлов, Константин Морозов, Станислав Куркин. Вести, Калининград.